Глава Северского района Андрей Дорошевский в преддверии Нового года провел торжественный прием представителей духовенства, казачества, национальных общин и Совета ветеранов. В теплой дружеской обстановке собравшиеся поздравили друг друга с наступающими праздниками. Дорогие друзья, пусть новый 2022 год войдет в наш дом с добром, принесет удачу и исполнение желаний. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья, крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла. С наступающим Новым годом и Рождеством! Каждый из гостей внес большой вклад в духовное развитие муниципалитета, культурное и патриотическое воспитание молодежи и поддержание мира и порядка в районе. Дорогие мои земляки, дорогие соотечественники, все равно я просвет Вифлеемской звезды. Веры, надежды и любви. А больше ничего не надо. В этих трех постулатах заключен смысл всей жизни. Приятным сюрпризом для всех стали песни и танцы районных артистов. Их песни подарили собравшимся новогоднее настроение. В конце мероприятия каждому гостю вручили подарок.